А говоришь, с наркотой не связан никакой, блин. А ждешь какую-то Леру у вас. Надо вот тебя сфоткать, да, блин. Хрен тебя. Какой адрес-то здесь, скажи мне? Здесь Ямская, 16, блок гаражи. Чего, Михалыч? Не знаю. Дом единственный, вон там на горе стоит. Иди туда, там спрашивай. Я не знаю, кого ты ждешь-то. Позвони человеку или сходи к ним туда. Да как нету-то? Ну сходи туда, где они живут. Где? Покажи мне. Где здесь дом? Покажи. Ну пойдем посмотрим, где дом. Покажи, где здесь дом? Там цех. Если я пиздобол, вы будете работать дальше, и типа нет никакой Леры. Смотри, если там... Если пиздобол не я, то работаю... Да где здесь-то, блядь? Я не знаю. Я вообще на пенсии, понял? Нет, гляди, я вон раз... там где дом-то мне покажи. Дом? Его не видно. Ну где, где? Покажи. Все построено так пиздато, чтобы дома не было видно. Ну, так надо. Там всю жизнь был мясокомбинат. Не знаю, как его зовут. Меня Дмитрий зовут. Понятно, что нет. У тебя какое-то гониво, блядь. Не гониво у меня. Гониво, блядь. А 2 месяца назад приехал. Откуда? Сушков. Вот и она, там вот. За что сидел? И за что сидел? Кто? В петушках. Лев? Ты. Я не сидел. Ты говоришь, приехал 2 месяца назад. Она. Ну, на сутки закрыли, просто она приехала потом сюда. И какие ты мне тут сказки рассказываешь. Какие сказки? Ну, блядь, у нее спросите сами, что... Если у кого я... у нее-то? Это кто, блядь? У Варовых тут полгорода. Ты в курсе, блин, это фамилия, блин, древняя, блядь? Конечно, нет, если она выдуманная, блядь. Да, она не выдуманная. Блядь, ты мне всю работу остановил, блядь. Тут стоишь-то. Какого человека? Никто не придет. Не мешаешь, блядь. Не мешаешь. Чего ты? Так а ты чё ходишь туда-сюда? Туалет здесь нашел? Нет, а ты чё, блядь, шарахаешься тут целый день? Да. Какую девушку-то? Где живет? Вот в этом доме, вот здесь вот? И чё там за дом? Ну, а где подъезд к этому дому? Где? Ты, блядь, загадочный, блядь, человек. Я не загадочный, я уже у кого-то спросил, там семья типа большая, и никто ее не знает. А, вот как я... а ты с чего взял, что она здесь должна быть-то? Ну и не просто так это, блядь. Она сказала. А телефон у нее нет, я ей разбил. Она где тебе сказала, что она здесь живет? Она просто решила от тебя отъебаться и все сказала, что здесь живет. Я не мог раньше приехать, надо работать. Сейчас смог. Типа у меня вещи нормальные. Ну ты понимаешь, что дома нету? Ты зайди наверх, посмотри, какой там дом. Ты же он лазил туда, наверх куда-то. Там где дом-то? Нет. Там цех стоит. Я знаю, что там стоит. Интересный ты кадр, блин. Ну и что ты шарахаешься туда? Что ты ждешь-то? Она-то же не придет, она же не знает, что ты... Да, сказать ей никто не скажет, потому что там, ну, типа, люди даже не, блядь, не пересекаются, когда приходят домой. Ну а ты что, с вещами прям ходишь? А? С вещами ходишь? Я хожу. Да. Ну, вещи не
пакет просто там джинсы, я не хотел, не ютуб. Так а ты что, приехал-то откуда? Нет. А откуда приехал? Какая разница? Да ты тут что тусуешься тогда? Давай полицию вызовем, ищи ее с полицией. Нет, полиция не берет. Я ей сообщить никак не могу, так что... Блять, я пойду, пожалуй, полицию вызову тебе в помощь. Полиция? Да. Не знаю. Кого тебе вызвать? Какую Леру? Ты тут, блядь, всех уже задрал, блин, своей Лерой. Наверное.